Вот сейчас нас проведут по детскому саду. Посмотрите, как живет детский сад провинции Пärnumaa. Tegime sellised pannood, et lapsed said fotoaparaadid kätte ja tegid siis, mis nemad tegid fotosid, osad kõik ka kodus. Me находимся в Пärnumaa. Пärnu – это летняя столица Эстонии. Это к столетнему юбилею фотовыставка. Зеркальные деревья. На стенках написано старые пословицы, поговорки. Так, чтобы ребенок наглядно понял значение пословиц, поговорок. Вот, например, пыршест, коттис и ослица. Свинью в мешке не покупают. У нас кота в мешке, у них свинью в мешке не покупают. Здесь нам разрешили зайти в группу, посмотреть. 9 групп в детском саду. Это раздевалка. А, нет. Ну да, раздевалка. Ну, конечно, такой маленький. Ну, хотя 9 групп тоже не маленькие. Площадка, да, я уже посмотрела. Ой, какие маленькие столики. У каждого своя кружка, блядь. Ага. Это кухня. А, смотрите, здесь даже есть контейнеры для сбора мусора разного. Так как, ну, в городе у каждого своя кружечка. Там туалеты. Ой! Споткнулась. А, это для рисования, для лепки, скорее всего. А, вот разделен на квадратики, у каждого подписано имя. Не туда ставят. Для пластилина, да. А, смотри, они могут гулять здесь, на веранде, смотри, да, и горбовать, тут диванчик вот даже есть. И у каждого своя такая веранда, вот там тоже была, шикарная. Вот это да, вот тебе провинциальный детский сад, да? Там-то и дело. Обалдеть можно. Столики, смотри, можно сидеть, играть, рисовать. И в любую погоду вышел, да, и не страшен тебе, что мне снег, что мне зной. Колясочки детские, ну, кукольные. Сколько у них тут? Три раковинки. Да. А, слушай, она пластиковая. Поняла, да? Да, конечно. Вот венчики. Там вот все, что. Даже выход вход. Смотрите. Да, 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 аккуратненький такой. И нет, смотри, нет вала игрушек. Я только хотела сказать, я только хотела сказать, нет. Как мы были в одном детском саду, у нас стали там прямо в вал, там дышать невозможно, завалено. А здесь, ну, она сказала, что они играют, видишь, с природным материалом в основном. Буковки, алфавит. Здесь карандашики, фломастеры для свободного, видимо, рисования. Доска. На полу. Вот можно. Дети любят на подушечках сидеть. У нас тоже они любят это. Тут выращивают. Вон, смотрите, сколько у них огурчиков уже. Вот маленький какой. Вот уже побольше. Тоже можно есть такой огурчик большой. Площадки у всех обалденные, просто обалденные. Какая красота. Вообще.
Мне очень нравится площадка для прогулок. Здесь учительский стол для документов, полочки. Здесь учебные какие-то пособия, игры настольные. Пойдем в спальню. Я вам все группы, конечно, не буду показывать, это ни к чему. Покажу только одно, чтобы вы имели представление. Спальня, игровая комната мы посмотрели. И для диванчика, чтобы... Диванчик, чтобы учителя тоже в каждой группе, чтобы отдыхали. В тихий час тоже. И на улице видел тоже? Да, 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 и на улице. Смотри, света. Да. Понимаешь? Это воздух, да? Да, да. Как здорово. Он и уменьшает температуру, и увлажняет. Увлажнитель, о, забыла. Да, не только увлажнитель. А что еще? Очиститель. Очиститель, воздух, ой, да, классно. Вообще обалденно. А в спальне тоже они могут играть. Семейные фотографии. У нас тоже, кстати, родители приносят фотографии свои семейные, дети с удовольствием. Когда заскучают, они смотрят на фотографии семейные. И приятно. Здесь тоже, вот видите, можно деткам играть. Спальня большая. То есть они и в игровой могут играть, и в спальне. Очень хорошо. Здорово. Да, 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 домиками именно. Вот там парикмахерская написано, Юксур. Раздевалки, бутылочки для питья летом дети берут с собой на улицу. Это у каждого свой ящичек, да? Похоже на то. Нет, это что? Нет, это, наверное, для хранения. А, просто это для хранения, это, да? Это, материал да, какой-то, да? Да, да, этот. Это вот эти вот. Угу. Ручной труд. Это, да, ручной труд, да. Забыл, как называется. Яма, вата, синюба, я. Юрса, моя сына. Сура, парана. Я yks kõik, mis aga na ilm nad saavad, ja jalutada ja mängida õues. Nii vahva. Ja kõik on kinni, ja? Õues ja turvaline just. Issa, vaata, kus on kõemesa. Jaa. Nad elavad ju siin. Ой, не тора, каскаки наиночки. Шведского сада, гнездо, аисты, вы там сидят. Мама, да, наверное, птенчики. Да. Это вот здесь можно играть и наблюдать. Да, курочка, играть. Не кричать, не орать, да, и посмотри, все закрыто, да, да, территория такая безопасная. В любую погоду играй себе, да? И воздухом дети дышат. Да, и выход, смотри. Положи прямо матрас и спите. Да. Тебе ни пауков, ни тараканов. Да, да, да. И безопасно, что в траве, да, да, никто не покусает. Вышел, смотри, ой, здесь же вход. Вход там же, где и вот. Лошадки для игры. Это такой костюмерный уголок, потому что дети очень любят наряжаться, переодеваться. Всякие разные костюмчики, аксессуары для игры. Ну, а здесь вот мы с коллегами решили, что такая вот спортивная штука при отсутствии матов, это все-таки опасная вещь. Тут ионизатор, увлажнитель воздуха. Все у них имеется. Это детский сад. Очень много проектов делает на тему национальных традиций эстонских. Да,
народных. Вот. Зал такой хочешь? Я? Да. Хочу. Нет, это старый садик. Это старый садик. Тут кабинет директора. Смотрите, двери прозрачные. Спасибо, ну ладно. Директорский кабинет. Кабинет директора. Вот видите, национальные эти полосочки. Это что? Библиотека и учительская комната. Смотри, библиотека и учительская комната. Наверное, где вся литература стоит. Литература, картинки. Да. Зауч. Ой, у зауча совсем маленькая комнатка. Каждому свое. Смотри, учебпособия. Вот где пособия хранятся у них. Все. Ну, у нас больше подвал, правда? С пособиями. А где у нас там в подвале пособия? Ну, я имела в виду костюмерное. А, ну костюмерное, это же не пособие. Костюмерное. Aga muidu vald annab meile väga hästi neid rahasid, et kui meil ikkagi mingi tore asi jälle plaanis on, et siis saame. Jaa, aga vaat kus ma ei oska nüüd öelda, et õppala juhata. Ну вот, мы с вами побывали в провинциальном детском саду, который, ну вы знаете, просто европейский. Супер. Говорят, что самоуправление местное финансирует такие хорошие условия. И говорят, у них и зарплаты другие. Да. Лен, вот наш автобус теперь нам дали другой. Вот такой вот. Лен, посмотри, у них каждая группа как свой домик свой идет. Домик, посмотри, прям как я это, вот сейчас вышла коттеджи, и да, вот. Какие-то у них тут вообще. И под у каждого да, каждая группа названия написана. У каждого своя терраска закрытая со всеми этими средствами и для игры, на улицу, да, пособиями всякими. Да, вообще. И верандочка у каждого своего, ну вообще. Обалденно, да? Там, видишь, и качельки можно вешать. Такое чувство, что мы где-то за границей. За границу приехали. Приехали за границу. За границу Таллина. Ну, обалдеть можно просто. Вот мне кажется, в таком, да, совершенно безопасно, да, для деток. Слушай, у каждого вход, что ли, на этой дорожке, вот это, вход, калитка. Калитка, да. У каждого, что ли, отдельный вход? Ну, не знаю, надо туда идти смотреть. У этих, наверное, вот направление туда. Ну, вот так и идешь, наверное. Думаешь, и... оттуда тоже есть? Ну, я вот две вижу. У каждого, здесь, наверное, свой вход. Они не идут по всему главному коридору. По всей территории, да, шагать? По всей территории, конечно. Я сейчас гляну. Давай. Глянь. Да. Мы в восторге, конечно. Условия такие вообще для детей, для взрослых обалдеть можно. Вот, друзья, все. Эта часть нашего двухдневного путешествия на этом заканчивается, а мы с вами двигаемся дальше. Сейчас у нас должна быть какая-то кофейная остановка. Встретимся уже в новом видео. Спасибо, что посмотрели. До новых встреч!